Доброго утра. Начинаем свой день с варки кукурузы. Пока не жарко, потому что она, конечно, будет тут на кухне нам пыхтеть. Помыла кастрюлю. Сейчас будем ее очищать и варить же буду с листиками. Так, у нас сегодня рабочий день. Петрушки косят папа и мама. Чтобы, когда была жара, то нам не пришлось уже за ней ходить. В общем, сейчас накашивает она еще. Не знаю, наверное, они ее брызгают. Наверное, росы все-таки нету сегодня, потому что духота. И вот я сейчас буду уже вязать. Что тут за работник такой? Мама, камелю. Куда ты камни привез? На работу. На работу? Ну давай, только туда высыпай, подальше, хорошо? Да. Опять камни. Давай, работай. Так, все, будем завтракать кукурузой. Вкусная? Ага. Молодая, да, у Григория? Надо слушать. Так, давай кушать, сынок. Ты будешь кукурузу или нет? Мальчик мой, ты что делаешь? Автомобиль четко держит заданную траекторию. М? Мальчик мой. Учу. Кого? Дедушка. Таблицу на 8? Ага. Давай. Да, вот еще и бабушкин букетик. И твои, да. И мои два. Сейчас я пойду посмотрю, хорошо? Ну, я поставлю, я один ставлю. А, мне? И ты ставил? Ух ты, какая красота. А это твои букеты. Да, типа. Какой твой, какой Афонин? Тут, ну, мы в одни стаканчики. Тут разные, тут и мои, тут и Афоньки, и мои. Угу. Здорово. Мама, это? Какой-то чумазый. Я не знаю, что это сейчас, как бахнуло что-то два раза, да? Два раза, да. Бах. Отойди, Гриш. Сейчас будет. Покажи, мясо. Что ты играешь, сынок? Мясо. Я не знаю. Попроси Григорий что-то. Давай, для мяса. Мама, где ты это обрел? Не знаю. Надо ему вкусный, а тебе решать. Мешать, мешать. Что ты мешал? Давай. Да. Зума любит такой корм. Это он придумал. Так, мама, это его компания. Мама, когда думал? Ты придумал? Да. Это, а вот я придумала. Вот и корм готов для. А что это стреляет или что это? Все. А дедушка? А в кого они? Давай, котик, вылезь. Зума ест корм. Что это такое? У меня серые руки. Мама, а нельзя тихо в компьютер? Нет. Да бабушка. Всем привет, вы на канале Грязнуля Пуля. Так, мы будем сейчас уже обедать. У нас Гриша и Сафони. Не кричи, пожалуйста. Чихиртма. У нас это так называется. Яичница с помидорами, с луком и с болгарским перцем. Исконно русское название. Чихиртма. Чихиртма. Ну, не знаю. А? Яичница с помидорами. Да, кто что хочет пить, в общем, томат и компот. Ты что будешь? Я хочу компота. Компота? Это к папе. Это к папе. Пап, нальешь им компот? Папа сейчас будет наливать. Так, все проснулись, но все равно на улице выходить еще рано, несмотря на то, что уже почти 4 без 20. А. Не строю тебе дом, Гриша. Ну, поговори с ним, скажи, братик. Обними его, скажи, братан. Ну, построй мне дом, пожалуйста. Да, ну, поцелуй Гришеньку, он тебе построит. Да я видела, что у тебя все ноги в синяках. Ты что, так ударялся, что ли? Чего не делаешь? Да. Афанасий, ты опять грызешь ногти? Ты поговорил с братом? Не грызь ногти. Поговори, обними его, поцелуй, скажи, братан. Сделай мне дом, и Гришенька тебе сделает, хорошо? Слышишь? Не дам тебе. Не дам тебе. Ла-ла-ла.
мишки, мими, мишки. Так, у нас уже 5 вечера, я доварила борщ. Наконец-то. Уже сейчас он чуть-чуть закипит, уже закипает. Все, добавила уже. Капусту не люблю, когда расквашенная, поэтому капуста только закипела, я добавила зелень. Чеснок сейчас еще раз закипит. В общем, капусту долго не варю. Вот, и идем на улицу. А борщ пока будет остывать. Настоится сначала, потом остывать будет. Так, ну что, ребята, будем ужинать. У нас сегодня на ужин борщ. 6 часов уже. Сейчас уже ужин, ребята. Сейчас обед. А лапки? А лапки? Что такое мама, лапки? Когда обед будет? Обед уже прошел, сына. Обед был, когда ты спал. У вас в этом... Ты еще же ни разу в садике ж не был? Нет. Ну, завтра ж пойдут. Ну, после выходных-то еще не только было. Только сегодня не было так жарко, как передавали. Ну, да. Сегодня они из садика из-за жары завтра не ходили. Завтра надо идти, и Гриша ж надо идти, да, сынок? Там я смотри... что, тоже буду в садик? Да. Он очень грубо говорила сегодня у меня. Так, а я сейчас буду убирать в машине. Потому что самая главная проблема — это песок, еще с камышеватки, с моря. Нужно сейчас разобрать все, то что бордель, бордель везде. На детских вообще тут сзади песок. Вот, сейчас здесь все разберу, пропылесошу и хочу еще даже попробовать успеть помыть снаружи. Но это уже как получится. Кто приехал? Я уезжаю. Ты уже даже уезжаешь? Да. А куда? Дома. Обалдеть, ну ты молодец. Ты еще приедешь? Нет. Нет? Ну тогда пока. Я по дорожку еду. А, ты по наружку? Я уже перепугалась, думала, ты по-настоящему. У меня есть даже ключи. Так, все, машины я наконец-то помыла. Ура. Завтра на карате поеду на чистенькой машине. И Зоенька еще приехала, да, Зоень? Как у тебя дела? Все хорошо? Это водичку можно пить? Mm-hmm. А где ты ее взяла? А, это тетя дала. А, тетя вам дала? Пойдем посмотрим. Я хочу с Сенкой приехать. И я хочу. Пойдем? Ой, вообще темно уже. У меня уже желудок. А фоне даже не видно. Так, дети помогали папе. Покажись, Григорий. Гриша самый туземный парень. Да. Мама, это современные индейцы. Ходят в костюмах спецназов, непробиваемых. Точно. С пулеметами. А я думала, их не вышел. С пулеметами. Да, похож. Мы играли этот Far Cry. А, Far Cry, да, наяву. Нет, пап, Far Cry Prime. Так и хоть Манбайеров. Так, ну становитесь, я вас фоткаю. Давай. Да. Это папа. Так, давайте в этот. Мама, душ. Болезнь от кровавой луны до кровавых глаз, да? Мам, ты принесешь? Да, сейчас я вам полотенце все принесу. Мама, это, да, это болезнь. Так, это давай. Слишком одевай. Много, наверное, смотри. Так, другой. Вот этот, нет. Вот так, да. Капуля наконец-то делает с Антохой кораблик, да? Покажи, какой тут кораблик, который еще подарили. Вот, да. Это еще кораблик, вот этот подарили Антоше на день рождения. Да, я покажу коробочку. Ты какой-то плавающий, да? Модель. Да, модель. Одела. Вот такое. Одела тут пани. Мама, как она на моделью? Мама, я моделю. Ну тогда иди в комнату. Что? Мама, как она на моделью? Не знаю. Мама, тут вот мы что-то заливали гипсом. Так их что, будет два корабля? Мама, один. Клей, да, папа. Один будет папа делать, один я. Я хочу вот этот. Ну давайте, делайте. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own.